Итак, всем добрый день. К вашему вниманию очередная задача от Куба дорог на знание правил дорожного движения. Водители намереваются выполнить поворот направо. Кто из водителей обязан остановиться перед пересечением с проезжей частью? Если движение всех водителей в намеченном направлении разрешено, нам предлагают следующие варианты ответов. Водитель красного автомобиля, водитель синего автомобиля, водитель зеленого автомобиля. Все водители обязаны останавливаться, или наоборот, все водители во всех этих ситуациях останавливаться не обязаны. Правильный вариант ответа традиционно в конце видео. А пока вы можете выбрать свой вариант ответа, и время пошло. Итак, время вышло. Для решения данной задачи нам необходимо разобраться с правами и обязанностями каждого водителя в каждой отдельной дорожной ситуации. Водитель красного автомобиля приближается к перекрестку, где его встречает знак «Стоп» и светофор, который горит разрешающим сигналом в основной и в дополнительной секции. В этом случае светофор, регулируя очередность движения на данном перекрестке, отменяет знак «Стоп». Так что водитель красного автомобиля останавливаться перед пересечением с проезжей частью не обязан. Водитель синего автомобиля приближается к перекрестку, где его встречает знак «Стоп» и светофор. Но в данном случае на светофоре горит запрещающий сигнал в основной секции и разрешающий сигнал в дополнительной секции, разрешающий выполнить поворот направо. Как я уже говорил ранее, действующий светофор отменяет знаки приоритета. Так что в данной ситуации знак «Стоп» не работает. В данной ситуации водитель синего автомобиля может выполнить поворот направо. При этом он обязан уступать дорогу остальным участникам дорожного движения. Но останавливаться перед пересечением с проезжей частью он не обязан. Водитель зеленого автомобиля приближается к перекрестку, где его встречает знак «Стоп» и желтый, постоянно мигающий сигнал светофора. Желтый, постоянно мигающий сигнал светофора говорит о том, что наш перекресток нерегулируемый. Соответственно, знаки приоритета продолжают действовать. Водитель зеленого автомобиля, преодолевая перекресток, обязан будет остановиться перед пересечением с проезжей частью. Разобрав права и обязанности всех водителей, мы с вами выяснили, что только водитель зеленого автомобиля обязан останавливаться перед пересечением с проезжей частью. Правильный вариант ответа в этой задаче номер 3. Ну, как-то так. Если разбор данной задачи был вам интересен, поделитесь задачей с друзьями. Поставьте лайк, прокомментируйте, подпишитесь на канал. А я на сегодня с вами прощаюсь. Желаю всем удачи в достижении поставленной цели. До новых встреч!